с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Super Liminal. Ах, о чем эта игра? Это игра про то, что нельзя верить тому, что ты видишь. Это может быть все, что угодно, что ты вообще можешь видеть. Мы можем взаимодействовать с объектами, теми иными. Игру я уже прошел, но по некоторым обстоятельствам первое видео решило некорректно, так сказать, засняться. Поэтому мне придется перепройти, а в конце, самого конца, когда я уже пройду игру, скорее всего, я сделаю мини спидран по данной игре. Игра потому что проходится в районе, ну, минут 40, может быть, с 50 минут. Ну, короче, меньше часу по-любому. Ладненько, давайте начнем новую игру. Вас переполняет неуверенность в себе? Вы замечали, что склонны преимущественно важнейшие дилеммы? Или, напротив, преувеличивают мелкие трудности сверх всякой меры? Новейшая разработка Института Пирса, технология Смонфарт планета ожидает, обеспечивает безопасную эффективную термальную сведение, по которой мы наслуживаем комфорт нашей переданной клиники, расположенной рядом с автостроенным запасной парковкой университетного медицинского центра. Сам Клапс, мы воплотим ваши сны в жизни. Окей, короче, о чем это херня? А мы в сне, как я понимаю, какие-то разбираем страхи, всякие вещи. Ну, поймете. И вот на самом деле просто самому интересно, за сколько можно игру пройти, потому что довольно она легкая. Так. Контракт. Стоп. Ну, короче, мы с вами подписали контракт. Какой я не вижу. Взаимодействовать можно только с теми, где как раз мы видим руку с вами. А я просто дойду до того момента, где я остановился, да? Да, и все, и закончу, и... Так, подождите, мне нужно немножечко чувствительность подобрать. Вот, и вот как раз вот такая мне чувствительность нужна. Допустим, смотрите. Мы видим с вами обычный объект, да? Давайте возьмем вот... Да нет. Ну, допустим, объект, да? То есть, как мы его видим перед собой, да? То есть, наше зрение представляет, что оно очень близко. На самом деле, оно очень далеко. То есть, вот мы подошли буквально, да? И он уже стал огромным. Еще немножко. И он огромяный. То есть, как вы видите, игра сделана в таком плане, что мы видим немного искажения. А, к примеру, когда, если мы хотим... уменьшить предмет, нам нужно его просто отставить, подобрать, положить ближе, оставить, подобрать, оставить меньше. В принципе, ничего сложного. Для там есть ограничения на самом деле по детали, поэтому она может быть очень маленькой. Как вы видите сами. Ладненько. Давайте с этим разбираться. То есть это объект у нас стоял, мы его преодолели. Прыжок. Вы приняли условия использования. Поздравляем с отдыхом ко сну. Добро пожаловать в сам Клапс. За вашим успехом следят квалифицированные специалисты. Эта процедура поможет вам привыкнуть к технологиям и лидзе. Состояние интересного создания с сновидением. В этом мы поможем вам что-то контролировать, или вы можете сами контролировать. Короче, здесь вся фигня находится в двери. Нам нужно найти дверь. Дверь находится у нас вот здесь. Можно либо с кубиков сделать, либо просто запрыгнуть по этому. Так, ладно, там шахматная доска. Полежи тут пока что. А сразу можно увидеть табличку, которая показывает, что вот эти вот стены не пропускают объекты. Как вы видите, я не могу с ними пройти. Ну, в принципе, вообще на меня с ними никакого взаимодействия нет. То есть, видите, стена такая становится твердой.
А здесь нам просто нужно взять кубик со стола, который находится вон на той стороне. Ставим его и проходим далее. А здесь у нас двери. И для этого нам нужен кубик. Просто забираем его. Так, теперь нам нужно его увеличить. Увеличим, закарабкаемся и залазим. О, обман. А вот что мне нравится в этой игре, что некоторые вот мы можем воспринимать как, вот, допустим, ту же самую детальку, да? Шахматную, так сказать, фигуру. На самом деле, мы вот подбегаем с вами и видим, что нарисовано красками. Вы приняли условия использования. Поздравляем с отдыхом вас ко сну. Подтверждение. Вы можете собирать так. Обратите внимание, я стандартный ориентированный протокол. Мой голос был специально выбран, чтобы напоминать вам, что я не вхожу в состав бригады по заботе о вас. Я ни о ком не забочусь. Я на самом деле, знаете, когда первый раз проходил этот уровень, я думал, что вот это... ну, окей, да, пускай это будет та же вот банка краски, да? Но я думал, что вот это труба сбоку, которая, типа, спускает вот эту жижу. Ладно, пойдемте далее. А здесь нам нужно взять фигурку отсюда и перетащить фигурку на кнопку. А здесь главное смотреть по теням. И плац, готово. Сохранение. Ага. Удерживай ПКМ, чтобы повернуть. Ну, это такой себе. Нам нужно из сыра. Это сыр, да? Сделать лестницу вверх. Готово. Хоп. И мы уже здесь. Использование лица, вы потерпели невозможность проснуться, если поймете, что это все сон. Так это, я указала вам, что это сон. Вы не проснулись. Пожалуйста, завершите остальные ориентированные действия. Окей. Много часов. Я не разобрался. Так, кубик. Ну, мы это уже знаем. Доски. Здесь два варианта пути. Я знаю, что там, но не скажу вам, что там, потому что это будет в последней серии, чтобы узнать, что же там. Ваника, нам нужно кубик с вами уменьшить. И готово. И мы можем пройти. Везде камеры следят. Берем снизу, идем по стеклышку и ставим на ту кнопку. Нужно немного уменьшить объект. Он слишком большой. Блин, как мне... Мне нужно его так сделать, чтобы он пролез в дырку. Готово. А я не помню, здесь есть дырка? Нет, тут нету дырки. Все пространство воспринимает в состоянии Элидза. Если вы считаете, что снова Снейк Эрегона повлияет на ваше психическое состояние, пожалуйста, представьте подобное и рациональное объяснение в процедурном состоянии. В качестве вознаграждения за выполнение опроса вы можете получить карту. Я вот этой вот комнате... А, все, вспомнил эту комнату. Короче, просто перекидываем через верх, берем буковку, открываем дверь и идем далее. Так, здесь у нас с вами, так сказать, зацикленный период. То есть это бесконечный коридор. Как вы видите. Ладненько, мы идем с вами к выходу. Скоро, в принципе, уже и конец.
А, две кнопочки. Так, у нас здесь, короче, да, есть таблица. Нам нужно ее просто увеличить. Делается это довольно просто. А, так можно было на одну всю. А, нет, на две надо. О. Сложности. Не падай. Она сейчас упадет. Она выглядит, как будто сейчас упадет. А, я могу пройти. Пожалуйста, ожидайте. Отлично. Чтобы посвятить терапевтический процесс как можно больше времени, пожалуйста, не задерживайте и пройдите через последнюю дверь согласно протоколу. Все. Так. А дверь? За дверью у нас ничего. Нам нужно найти... Вот я не... Так, помню, что ты... Объект вот здесь. Вот он, да, сырок. И, так сказать, нам нужно пробить себе выход отсюда. Да, вот только момент вспомнить, как это сделать. Было бы неплохо. Просто дело в том, что я не помню, как это делается. Кажется, так как-то. О, да. Сделал. Так, здесь у нас вот проходик есть. Он ли? Да, он. Мы упали в сон. Ну, блин, я не знаю, но на самом деле игру довольно быстро можно пройти. Так, следующее испытание, погнали. Нажимаем на рукоятку. Сюда не. О, это комната. Здесь будут фризы в больших случаях. Закрытые двери к нему. А, во, прикольная вещь. Вот это сделано походу человеком. Ну именно звук этот. Здесь можно на самом деле везде куда-то лазить, поэтому, ребят. Дверь вдалеке, но на самом деле к ней нельзя прийти. Это тупик. Так, здесь дверь. Пока дверь. Дверь находится в другой стороне. Ну, мы сразу видим, что что-то не так. Это понятненько. Тупик. Здесь выпученная херня. Дверь, выход. Здесь у нас типа обман, типа просто стена с картиной. Но на самом деле здесь такой вот проходик, который нас приведет вот к... Почему тебя можно взять? Так. Короче, здесь закрытая квадратная комната. Нам нужен такой вот значок. Отпускаем. Получаем немного больше. Блять.
спился. Готово. Нет, не готово. А вот теперь готово. Мы с вами находимся в выходе. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. И мне бы хотелось поговорить с вами об особенных случаях. Ваш случай только особенно, что мы понятия не имеем, где вы. Но не волнуйтесь, мы ищем решение. Все, походу могу идти дальше. А, здесь довольно легенькая комнатка, нам нужно... Нужно... Кубик. Нам нужен кубик. Забираем наш кубик. Ставим кубик вот сюда. О, видите, он типа еще закарабкивается. Так. Клодо Соник. Так, здесь мы делаем столик и делаем кубик. Не целостный кубик. Так, здесь нам нужно проходик сделать. Немножечко. Оп, хоп, хоп. Готово. Это можем с собой забрать. Нам пригодится это сейчас. Так, давайте сначала сюда. Опа. Why are you doing this? Что ты тут делаешь? Я не знаю. Я здесь просто лазю. Здесь у нас, короче, есть вот кусочки, да. Их нужно объединить. Забираем дверь. Я у нас на скотче. Вот это мне на самом деле, когда я проходил первый раз, довольно заинтересовала вещь. Анька, погнали. И в В принципе, ребят, да. Это этот как раз момент. Я дошел вот до сюда, и я здесь закончил. Давайте я нажму. С вами прослушаем, и я думаю, мы на этом закончим. Hello. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Хочу немного уточнить данные о вашем местонахождении. Мы все еще не знаем. Но, пожалуйста, продолжайте двигаться вперед. Надеюсь, вы преодолеете частые уточненные данные. Они напоминают о том, что вы окончательно... Что? Что вы не окончательно потерялись. Все, ребят, короче, на этом мы с вами заканчиваем. Следующие серии будут через... Ну, блядь, ну, каждый день. И, скорее всего, как раз на последнюю серию... Ну, после последней серии, ну вы поняли. Я сделаю мини-спидран. Это для людей, которым не захочется просто смотреть игру, да, как она вообще проходится, а именно посмотреть быстрый. Да, допустим, они тоже вот хотят эту игру пройти, но они просто не знают, где, ну типа, где той или иной предмет искать. Или что нужно именно делать. И чтобы чисто не ожидать там пару суток, чтобы увидеть ответ. Я как раз запишу такой мини-спидран. Не по всем я буду такое делать играм, а только по играм, которые довольно короткие, но проходятся не довольно долго. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.